вещи, которые спидкуберы любят. Когда у тебя достаточно денег, чтобы купить новый кубик? 5000 рублей. Теперь куплю себе новый кубик Рубика. Это мне не нужен. Все, вот такой кубик я купил. Какой он быстрый. Это медленный. Вот это быстрый. Когда пропускаешь последний этап? Так, делаю так и вот так. Я пропустил последний этап. Повезло. Вау, круто. Когда у тебя очень много кубиков в коллекции? Нифига себе. 3×3 пирамидка, столько. Легкая головоломка. Собираю. Так, все. Какая легкая головоломка? Пирамидка. Когда учишь кого-то собирать разные головоломки? Делаешь вот так, и вот такой вот алгоритм. Так, делаешь вот такой вот алгоритм, и это последний алгоритм. Все. Просто делаешь вот такой вот последний алгоритм, и все. О, спасибо, Амирхан, я научился собирать 2×2, ура, спасибо. Твой любимый алгоритм. Так, о, это мой самый любимый алгоритм. Делаю просто вот такие вот движения. Люблю вот этот вот алгоритм. Какой он классный. Когда ты начал собирать еще быстрее? Да! 20 секунд, да! Офигеть, я стал собирать еще быстрее. Ура! Спасибо за просмотр. Всем пока-пока. Подпишитесь на канал, ставьте лайки. С вами был я, Ахмадиев Амирхан Спидкубер. И всем пока-пока.